Корреспондент газеты «Вечерний Николаев» Александр Сайковский увлекается фотографией с детства. Любовь к фотоискусству журналисту досталась от дедушки и отца. Однако это первая персональная выставка автора. В объективе это итог 11-летней журналистской работы Александра. 25 фотографий отображают взгляд автора на Николаев и его жителей. Ведь благодаря работе Александр имеет возможность наблюдать за жизнью города. От незначительных до самых важных событий. Выбирая работу для выставки, фотограф в первую очередь ориентировался на мнение людей в социальных сетях. Нет ни одной постановочной фотографии, это все репортерские работы. В том или ином сюжете, вот, на той или иной съемке, оно все, в принципе, попадало уже в нашу газету «Вечерний Николаев». На выставке представили самые разные работы, снятые как на мобильный телефон, так и на профессиональный фотоаппарат. По словам автора, ему больше нравится работать с людьми, чем снимать пейзажи. За природой ты просто так наблюдаешь, созерцаешь, смотришь на это, на все. А с людьми надо вот контактно наладить прямой. Это намного интереснее, чем наблюдать со стороны. Идея проведения выставки возникла спонтанно. Однако организовать мероприятие помогла супруга Александра, Юлия. Про пропозицию библиотеки дізналась. Ну, так можна сказати, випадково. Чоловік ще роздумував, чи організовувати цю виставку, чи ні. Ну, коли запитав мою думку, то я, звісно, сказала, що будь-які питання ми вирішимо разом і організуємо обов'язково. Наталія Паламарчук, Олег Хусаїнов, MSN Digest.